Чебоксары сохраняют лидерство в интернет-голосовании. Город России – национальный выбор. Старт был дан в феврале этого года. Интернет-пользователи выбирают самый привлекательный и узнаваемый с их точки зрения город России. Кто будет победителем, станет известно 30 декабря в 15:00 по московскому времени. Ну а пока вот так выглядит национальный рейтинг. За Чебоксары отдали голоса свыше 46 500 участников. Тройки лидеров сейчас Красноярск, а также Майкоп, столица Адыгеи. В конкурсе могут появляться города, которые обладают неповторимым историческим культурным наследием и достойны стать национальным символом страны. В рамках проекта прямо на интернет-страничке «Город России РФ» можно ознакомиться со всеми претендентами и поделиться впечатлениями от увиденного, оставить комментарии на форуме, рассказать и об успехах, и о проблемах города, в котором живешь. Голосуйте и выбирайте лучший город России. Не забудьте подтвердить свой выбор, собрав нужную картинку.